Добрый вечер, дорогие друзья. Итак, вчера мы протестировали вот этот нож, это большая степь, из стали AUX-10 Кобальт. Это первый режим, на котором делали термообработку. Сегодня я в мастерской, после того, как сделал основную работу, отслесарил клинок ножа номер 2, он же называется ПУН. Вот. Ну, в классическом виде ПУН, как бы сделал отступление, выглядит несколько по-другому. Кто на Ганзе давно зарегистрирован, знает, что это за ПУН. Это аббревиатура от слова ПУН. Это полевой универсальный нож. Это была тема, создал ее комрад ДАК. То есть там была разработка этого ножа, там было много всего, обсуждений, чего там только не было. И он все-таки был исполнен, этот ПУН. Это его, как говорится, небольшая модификация. Спуски я сделал от обуха. Постарался все аккуратненько свести, аккуратно все сделать. Вот. Сегодня я его наточу, и завтра мы сделаем ту же процедуру, как и с этим ножом. То есть я его заточу, порежем 100-120 раз канат, как вот этим, как вы видели, в мастерской мы делали. Порежу, порубаю чуть-чуть, порублю рог. Вот, посмотрим, какие будут замятия, деформации на режущей кромке. И потом второй раз я уже его переточу, восстановлю вот таким же образом, как я это сделал, как и этот нож. Восстановлю РК, и тоже мы приступим к тестированию по канату. Посмотрим, какой результат покажет клинок номер 2. Здесь уже температура закалочная была, по-моему, одинаковая с той, которая, как и на этом ноже, на большой степи. Но единственное, что здесь температура отпуска была повышена. Вот. И вот этот клинок, как и отмель, пролежал в азоте на несколько часов, не помню, но я потом в конце, уже после того, как все сделаем, все тесты проведем, я скажу. Он пролежал дольше, нежели вот этот клинок в азоте. Посмотрим, какой будет результат на канате у клинка номер 2, он же ПУН. Так что не переключайтесь, впереди будет очень интересно. Ну и а третий клинок — это будет отмель, которую мы делали с Игорем непосредственно в мастерской. Добрый день, дорогие друзья! Всех военнослужащих, которые служили, которые будут служить, поздравляю с праздником старослужащих, с Днем Советской Армии Военно-Морского Флота, а молодое поколение с Днем Защитника Отечества. Ну что ж, я нахожусь в мастерской. Как я ранее вчера сказал, что сейчас сделаем ту же процедуру, которую мы делали вот с этим ножом, а именно, то есть вот этот нож, это большая степь, где он тут, блин, большая степь, мы ее протестировали. Сначала мы порезали канат здесь в мастерской, но тогда у меня был молодой задорный оператор, сегодня у меня его нет, я сегодня сам, поэтому снимаю, как говорится, со штатива. Этот нож, большую степь, при первой заточке мы порезали канат 120 раз и потом порубили рог. Сейчас мы ту же процедуру я сделаю и на ПУН, сталь AUX-10 Кобальт, но здесь другой режим термообработки. Повторяем ту же процедуру, что и здесь. Потом я вечером восстановлю РК полностью, если будет деформация после рога. И уже переступаем, как говорится, на тестирование на канате. Ну что ж, давайте начнем. Рукоять я переставил с этого на этот. Итак, погнали. Раз, два, три, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все, 120 раз. Смотрим. Листочки у меня с календарика. Никаких изменений нет. Так. Сейчас. Возьму маркер, отметим участок, который мы будем резать рог. Так. Так, небольшие повреждения, даже не повреждения, деформация есть. Вот здесь видно, либо это налипло там чего-то. Сейчас посмотрим. Но должен сказать, что деформация на этом после рубки рога гораздо меньше, нежели на вот этом. При том, что здесь сведения практически одинаково. Сейчас я протру. Так. Смотрим. Вот этот участок. Здесь явно выражено, вот я убрал рог, у кого зрение хорошее, явно выраженная волна, но сколов и заминов нет. Волна пошла по режущей кромке. Но тем не менее, смотрите. Не все так плохо. Да, здесь волна. И может быть какие-то там микроскопические повреждения. Сейчас посмотрим. Так, посмотрим.
Да, есть вот эта волна, она, конечно, втыкается в этом, при бумаге. Но, тем не менее, она никаким образом не сказывается на нарезке каната. Так, а вот палочка есть. Вот этот участок. Смотрите, сколько захватывает. Ну вот, сантиметра полтора. Даже после рога нож продолжает работать. Вот сейчас покажу вам вот этот участок. Кто увидит, то увидит. Вот он. Нож продолжает работать, никаких проблем нет. И на канате режет агрессивно, режет очень бодро. Что могу сказать? Все-таки разница вот между первым режимом и вторым режимом термообработки несущественная, как говорится, но есть уже факт того, что на роге появилась просто волна, а не было сколов. Это уже говорит о том, что сталь ведет себя немного по-другому. Ну что ж, встречаемся дома, когда уже будем резать канат, тестировать непосредственно вот этот нож. А на этом все. Всего доброго. Пока-пока. Не переключайтесь. Так, ну что, все готово к тестированию. Сталь АУС-10 Кобальт производства КНР. Сейчас замотаю малярным скотчем рукоять, потому что обычный скотч скользит. Как вы видели ранее, после рога пошла волна по режущей кромке вот в этом месте. И сегодня я рассмотрел в лупу более тщательно и увидел на РК маленькие такие микроскопические сколы. То есть они шли вот как вот пила, ножовка по металлу, такие маленькие, то есть не явно такими очагами, а по чуть-чуть, но где-то длиной, ну, наверное, сантиметр. Как и в прошлый раз, таким же образом 50 на 40 убралась полностью деформация на режущей кромке. К более грубому алмазу я не прибегал. 50 на 40, 20, 14, 7, 5. 36 градусов, восстановил РК, и сейчас начинаем тестировать. Еще раз хочу напомнить, это АУС-10 Кобальт, режим чуть-чуть другой, нежели тот, который был вчера. Вчера была большая степь, сегодня полный. Еще, как говорится, из этой партии один нож, это отмель. Но она пока не заточена, но мы в любом случае будем делать ту же процедуру, что и с этими ножами. Итак, погнали. Ориентируемся, у нас ориентир вчерашний нож, предыдущий, это большая степь, 1000 раз. Погнали, да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Как я ранее говорил, что клинки вот такой вот длины, то есть вообще ножи такого размера для каната очень слабо подходят. Длина предыдущей кромки до вот этой дульки, откуда начинается, 140 мм, а длина режущей кромки 135. Это уже, так как говорится, достаточно длинный нож, большой, и канат им резать не совсем комфортно. Но при работе по рыбе, по мясу будет в самый раз. Погнали дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50. Или отлипло? Не, нормально. Клей, что ли? Едем дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 46. Ой, господи! 47, 48, 49, 50. Раз, два, три, четыре, пять,
Так, что могу сказать? Вот этот клин, насколько я знаю, как мне сказал Игорь, он в азоте пролежал немного дольше, нежели предыдущий. И по ощущениям уже у него агрессия реза немного иная. То есть такая прям едем дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре. 50.
уже рука, как говорится, болит. Еще праздник. Продолжаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, упал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, пятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 50. Так. Ну что могу сказать? Прет. Прет как танк. Мне скорее рука устанет. Ну, вчера резал. Сегодня резал. Надо, наверное, делать перерыв хотя бы сутки, чтобы рука восстанавливалась. Так, ладно. Хотя я, конечно, и за эспандером и работаю. Но все равно. Погнали дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 50. Уже жду, не дождусь, когда отправлю эти ножи, ну, один из них на Баренцево море, на рыбалку. Посмотреть, как они работают, как говорится, в реальных условиях. На охоте это в другое место, а на рыбалке это туда. Надеюсь, что все сложится хорошо. Погнали дальше. Пятьдесят,
Особых пока затруднений нет. Никаких вохрений, ничего. Вроде как режет более-менее гладенько. Но у меня еще два куска осталось. Но если надо будет, еще пойду отрежу кусок. Режем дальше. Раз, два. 50. Пошел. Ощущается, начался процесс затупления. Ну-ка. Да, вот уже начинается уже потихонечку процесс затупления. Как и в предыдущем случае, с предыдущим клинком, он такой очень медленный и предсказуемый, так сказать. В процессе работы вы ощущаете, что начинает резкость реза прадать, и уже его как бы требуется подправить. Но мы продолжаем так. Едем дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, пятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать. 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Да, это, наверное, уже последняя сотка, потому что уже нож не лезет. Да. Как я и сказал, идет уже плавное закупление. Ну, еще полтинничек мы отрежем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть, тридцать восемь, тридцать девять, сорок, сорок один, сорок два, сорок три, сорок четыре, сорок пять, сорок шесть, сорок семь, сорок восемь, сорок девять, пятьдесят. Ну, давайте еще попробуем, ну, максимум вот это дорежу 50 штук, наверное, и все, их на этом все, конец. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, четыре, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ну, 50. В честь праздника еще 5 добавим. Все. Закончился канат и уже он перестал комфортно резать. Так, что у нас здесь? Ну, тут геометрия. Уже режем комфортно. На этом все. Трусинку можно снимать. Это сюда. Сюда, это сюда, это ведро. Итого, подводим итоги по канату. Вот как он есть, вот он лежит. Здесь у меня никаких приспособ для правки нет пока, вон они там лежат. Так, итого, на канате пун, режим термообработки номер 2. По канату. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 1250 раз. Видео я ускорять не буду. Желающие могут посчитать резы сами. Так, что касается с той степенью остроты, которая здесь осталась. Ну, вы сами все видите. Комментарии. Комментарии здесь излишни. Строгает. Просто, блин. Зарывается. Так, проверяем, правим.
скорость правки. Раз. По 5 раз на каждую сторону. Все ясно. Можно дальше не дергаться, подводить итоги. Так. Подводим итоги, дамы и господа. Итак, нож номер 2, Пун. Сталь китайская, АУС 10 кобальт. Как я уже ранее сказал, режим термообработки номер 2. Вот этот клинок и отмель, который у меня будет третьим на тестах, они пролежали в азоте, если не ошибаюсь, около 20 часов. Большая степь пролежала меньше. И там был совсем другой, как говорится, режим на термообработке. Но я уже скажу это обо всех режимах уже в конце, после того, как я уже протестирую все 6 ножей. И чтобы для вас была, как говорится, понятна картина. Угол заточки 36 градусов, финиш 7.5, винилский алмаз на медно-оловянной связке, 1250 раз до того момента, когда он перестал комфортно резать бумагу. Но при этом на дровах, на сухом клёне сталь работает отлично. На роге, как вы видели ранее в сюжете, пошла волна, были микро сколы по режущей кромке, не такие, если в предыдущем случае на большой степи был замин с выкрашиванием небольшим, то здесь замина не было, здесь по режущей кромке просто пошла волна и маленькие такие микроскопические выкрашивания на режущей кромке. Убралось таким же образом, как и предыдущий раз, 50/40, 20/14, 7/5. То есть тремя алмазами полностью восстановилась режущая кромка. По агрессии реза этот режим на одной и той же стали, вот этот режим отличается немного от того режима, который был предыдущий от большой степи. Потому что этот уже режет с таким более явно выраженным характерным хрустом. Вот. И результат. Можно, конечно, сказать, что это в пределах статистической погрешности 250 раз. Но результат, вот какой есть результат. Вот. Так что очень интересная железка. Китайцы, конечно, что-то там нахимичили, сделали. Очень даже и очень. Ну, я думаю, что все-таки свою роль сыграла кривообработка, потому что, наверное, скорее всего, это мое допущение, не знаю, мое предположение, что без кривообработки эта сталь особого, наверное, никаких бы результатов выдающихся бы не показала. Но это я так думаю, могу ошибаться. Если у кого-то есть какое-то мнение, пожалуйста, поделитесь. Буду рад выслушать. А на этом все. Всего доброго. Пока-пока. Пун АУС 10 Кобальт закончил свое выступление.